Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 января. Память преподобного Македония, пустынника. Преподобный Македоний местом и поприщем своих подвигов избрал вершины гор, не останавливаясь где-либо на долгое время, но постоянно переходя с одного места на другое в пределах Финикии, Сирии и Киликии, чтобы избегнуть тем разговоров с посетителями. 45 лет блаженный прожил таким образом, не имея ни хижины, ни палатки, но проживая в глубокой пещере. Когда преподобный Македоний состарился, то попросил посетивших его богомольцев построить ему малую келью, в которой и жил 25 лет, не выходя ни к братьям, поселившимся около него, ни к посторонним. Всего святой Македоний подвязался 70 лет. Более 40 лет он питался одним семенем, столченным и смоченным водою. После, вследствие слабости, стал вкушать немного хлеба с водою. Господь прославил его даром чудотворений. Преподобный изгонял бесов, исцелял разные болезни и совершал иные чудотворения. Однажды к преподобному Македонию привели женщину, которая страдала недугом, проявлявшимся в чрезмерном употреблении пищи. Она съедала в день по 30 кур. Родственники со слезами просили преподобного помочь больной. По молитвам святого женщина эта исцелилась и потом не могла съесть в день даже четверти курицы. Ангельски пожив на земле, удостоившись дара пророческого, сподобившись благодати священства, преподобный Македоний мирно почил о Господе около 420 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.